Вы слушаете Радио Болткома. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культпросвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь, как всегда, по пятницам, программа «Культпросвет». И сегодняшняя наша беседа будет немного отличаться от предыдущих наших циклов дискуссий, потому что сегодня мы вспомним о том, что нашей планете угрожает прежде всего сам человек. Человек своим необдуманным поведением на протяжении последних двух столетий, очень экстенсивной индустриализацией, использованием природных ресурсов и жестоким отношением к природе, к окружающей среде, к животному и растительному миру. Мы во многом приедаем нашу планету как раз именно из-за того, что у нас часто не хватает знаний о том, как мы можем в какой-то степени каждый маленькими шажками, маленькими поступками все-таки сохранять эту планету и развивать то, что мы называем устойчивым развитием. Это понятие введено в европейские языки довольно давно, однако в быту мы довольно мало знаем об этом. Именно поэтому сегодня наша программа «Культпросвет» как раз займется своего рода просвещением в этой области. И когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, то должен признаться, что для меня эта лексика в основном малоизвестна, и тема во многом является таким белым пятном, поэтому сегодня я уверен, что узнаю много нового, интересного от нашего гостя в студии. В студии у нас Станислав Мищенко, доцент, директор программы «Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе» Высшей школы менеджмента информационных систем ИСМА. Станислав, здравствуйте, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Напомню, что сегодня техническую сторону нашего эфира обеспечивает звукорежиссер Евгений Копеин, и вы, уважаемые радиослушатели, всегда являетесь неотъемлемой частью нашей дискуссии, поэтому прошу вас присоединяться к нашей теме, к теме устойчивого развития, к теме, скажем, связанной с предпринимательской деятельностью в ресторанном бизнесе по телефонам прямого эфира. Телефоны следующие: 67212939 и 67213939. 39. А также, пожалуйста, сообщайте нам свои мысли, размышления и комментарии на номер в WhatsApp и SMS 206191. Итак, прежде всего, Станислав, благодарю вас за то, что вы нашли время и силы сегодня присоединиться к нам. Я знаю, что в вузах сейчас весенний семестр в самом разгаре, хотя многое происходит удаленно, однако я понимаю, что вас не оставляют темы, связанные с ресторанным бизнесом и с тем, как мы, те, кто открывает холодильник, те, кто приглашает гостей на ужин, те, кто бегут в кафе или, допустим, в спокойном формате посещают вечером ресторан, могли бы помочь этой планете выжить, и чтобы могли эту планету передать следующим поколениям, ну, насколько можно более сохраненной и сбереженной. Поэтому я понимаю, что в вашей деятельности, в академической программе предпринимательской деятельности в ресторанном бизнесе очень важна сегодняшняя тема устойчивого развития. И я думаю, что мы могли бы начать, может быть, с небольшого экскурса о том, почему и каким образом можно связать две эти темы в единое, и как это происходит в вашем вузе. Еще раз спасибо, что пригласили. Да, действительно, вы подняли очень важную тему. Тема очень актуальна, о которой мы говорим в последнее время, и в том числе и в нашем вузе на конференциях поднимаем, и наши преподаватели, и наши студенты совместно ведут эту работу. Тема действительно очень важная, и она касается, так как мы вуз, довольно успешный вуз, и мы следим за последними тенденциями, в том числе я как директор программы развиваю свое направление ресторанного бизнеса, и мы поднимаем эти темы. Да, ну, устойчивое развитие, хочу сразу сказать, оно всеобъемлюще, да, то есть оно затрагивает многие сферы экономики, но сегодня мы будем говорить именно об индустрии общественного питания, о ресторанном бизнесе. Это не только так называемая система Zero Waste, нулевых отходов, это еще и система целостная, когда мы подходим к этому вопросу в плане социальной защиты, достойного денежного вознаграждения сотрудникам, да,
безопасности труда, и многие-многие вопросы поднимают эта тема устойчивого развития. Хорошо, таким образом, может быть, если мы говорим именно о ВУЗе, получается, что тема устойчивого развития становится, как бы преломляется в разных дисциплинах. Может быть, вы могли бы тогда чуть больше позволить нам заглянуть в суть или вовнутрь вашей программы, чему вы обучаете ваших студентов в связи как раз с темой устойчивого развития? Ну, у нас достаточно успешная, я бы сказал, редкая программа среди программ высшего образования Латвии. Это программа первого уровня, да, то есть это обучение происходит всего 2 года, с последующим продолжением успешным в степени бакалавра. Чем это, на мой взгляд, интересно? Вот я хочу на этот момент уделить немножко внимания тем, что, зная современную молодежь, проводя много различных встреч, в том числе и со школьниками, мы понимаем, что современная молодежь не знает, что они хотят, и не знает, какую профессию выбрать. И вот эти небольшие временные отрезки обучения позволят получить не только диплом, но и первоначальный диплом, но и продолжить образование. Что касается нашей программы, то, наверное, это одна из программ, в которой задействованы в основном все практики, не только преподаватели, все связанные еще и помимо института и преподавания еще и своей практической деятельностью, в том числе и я. Да, вы сами практик, насколько нам известно. Мы подготовились к сегодняшней беседе. Да, и мы понимаем, что долгое время вы работали в разных ресторанах как шеф-повар. Да, действительно, это так. И поэтому, в том числе и благодаря этому, может быть, эта тема устойчивого развития. Ну, сейчас мы будем говорить в рамках Zero Waste, нулевых отходов. Мне важна, и поэтому я здесь и хочу об этом поговорить. Хорошо. Вам эта тема важна и с практической точки зрения, как человеку, который работал в ресторанном бизнесе, и преподавателю. А почему это должна быть важная тема для человека, который, как я уже сказал, открывает холодильник? Да, действительно, ресторанный бизнес, он очень тесно связан со всеми нами. Так или иначе, мы посещаем какие-то кафе. И вот сейчас ограничения сняли, которые мешали, может быть, делать это очно. Но, тем не менее, мы делали доставку. Наши, думаю, радиослушатели делали заказы. Да, то есть, так или иначе, ресторанный бизнес никуда не пропал, никуда не делся. Он развивается в тех условиях, каких он развивается. Но если мы открываем холодильник, то мы можем видеть, что многие продукты вакуумированы, находятся в пленке, в фольге и так далее. Да? То есть мы видим, что у некоторых продуктов достаточно большие сроки реализации. Вот. И в чем вообще система, почему это важно, почему важно затронуть именно эту тему Zero Waste, нулевых отходов, да? Тем, чтобы мы меньше выбрасывали в окружающую среду пластика, стекла, металла. Ну, все, наверное, радиослушатели ваши знают, и мы активно в этом участвуем. С 1 февраля мы депозитируем тару, да, то есть мы можем купить какой-то напиток или продукт в таре, стекло, металл или пластик, и его сдать для переработки. Для переработки. Хорошо, но все-таки я думаю, что среди многих наших слушателей, может быть, бытует некоторое стереотипное представление о том, что тема устойчивого развития и, условно говоря, то, что в быту называется экология, это довольно дорогая и элитная тема. Это для тех, кто может себе позволить сохранять планету. И мне кажется, что когда мы говорим об устойчивом развитии, важно говорить об этой социальной дименсии, о том, насколько эта философия или, допустим, эти бытовые практики доступны людям. Но, в принципе, я понимаю, что мы все можем что-то сделать для планеты в этой области, и я понимаю, что есть буквально элементарные шаги. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками, и я вижу, что есть определенные предметы, которые могли бы исчезнуть из нашего обихода, тем самым могли бы помочь. Да, я действительно принес тут вот такую пластиковую трубочку,
от которых мы пытаемся отказаться, хотя в некоторых ресторанах и буквально за несколько минут до эфира я видел в кафе, что предлагают и пластик, и предлагают бумажные, да, то есть трубочки. Некоторые, кстати говоря, рестораны и Европы, и Италии уже используют вместо пластика макаронные изделия, которые потом идут на переработку. Объясните чуть подробнее, что это за макаронные изделия и как они могут... Ну, это та же трубочка, к которой мы привыкли уже долгие годы, когда употребляем коктейли, например, да, только она в виде макаронины, скажем так, да. То есть это действительно из макаронных изделий. Полой макаронины, да, которую, да, с которой можно пить и которая в дальнейшем идет на переработку. Да. Что еще мы могли бы исключить из нашего быта, тем самым развивая устойчивую тематику? Ну, например, использовать посуду, многоразовую посуду, например, не использовать, вот как я принес здесь фольгу, да, которая является также источником загрязнения окружающей среды. Она не разлагается? Ну, она должна идти на переработку. Да, то есть, если мы не сортируем мусор и мы не кидаем, не выбрасываем металлические какие-то элементы, специальные контейнеры, то тем самым мы продолжаем загрязнять окружающую среду. Есть еще какие-то шаги, которые мы можем прямо сегодня вечером предпринять, допустим, если мы готовим ужин? Да, вы можете использовать, как я уже сказал, допустим, не алюминиевые какие-то формы, а какие-то стеклянные или керамические формы. Наверняка у каждой хозяйки они есть, и я думаю и уверен, что они с успехом используются не один раз. Это и моющие средства, да, то есть когда мы сознательно покупаем биоразлагаемые моющие средства, они, кстати, у нас доступны в наших и супермаркетах, и специализированных магазинах, тем самым мы меньше загрязняем окружающую среду. А что касается, допустим, всевозможных пакетов или мешков для покупок? Да, это тоже, спасибо, да, что мне подсказали этот вопрос. Действительно, когда мы заходим в супермаркет... У нас есть выбор, да, то есть вы видите и пластиковые, и бумажные пакеты. На самом деле, на своем примере я могу сказать, что я уже давно использую, или, по крайней мере, всегда, если вижу, беру бумажный пакет, потому что я понимаю, что пластик, он разлагается дольше, и тем самым хоть чуть-чуть участвую в этой системе. Но я нередко вижу, когда стою у кассы, и когда очередь длинная, и есть время поглядеть по сторонам и понаблюдать за людьми, то я вижу, что многие упорно продолжают выбирать в качестве вот этого мешка для покупок, пакета, пластиковый, хотя если посмотреть на цены, оказывается, что бумажный пакет, он даже дешевле получается. Одно время это было как бы наоборот, там разница может быть в 1 цент, но разница в 1 цент тоже кому-то важна, и нельзя в данном случае, мне кажется, говорить об устойчивом развитии и сохранять такое, знаете, некоторое социальное пренебрежение или высокомерие, то есть это как раз отбивает у человека охоту и удовольствие в этом участвовать. Иными словами, мешки для покупок из бумаги стали дешевле. По логике вещей люди должны это выбирать. Но ведь есть возможность создать вокруг, скажем, покупок даже некоторый такой, не знаю, мир предметов. Ведь можно самому сшить или приобрести экологический пакет, да, или какой-то там рюкзачок и так далее. Как вам кажется, как объяснить то, что люди продолжают брать у кассы, несмотря даже на финансовую очевидную выгоду, пластиковый пакет? Это наше, скажем, наше желание оставаться в плену каких-то стереотипов, или это так удобно, или это такова сила привычка, ведь привычка – великое дело. Да, вы абсолютно правы, это, наверное, скорее сила привычки. И тем самым я поднимаю этот вопрос как раз-таки и говорю о том, что нам надо менять свое мышление в этом направлении. Этому и способствуют и цены, как вы сказали, на пакеты, да, то есть наши супермаркеты их сознательно снизили, чтобы у нас был уже даже и выбор выгодный, да, то есть если мы хотя бы не думаем об экологии, мы, наверное, посмотрим на цену и возьмем дешевле пакет. Да. Но говоря о цене и об экологии, то есть о чем-то, что прямо здесь нам важно в данный момент, и что-то, что важно нам, может быть, в длительной перспективе. Вы упоминали, что когда мы обсуждали эту тему, предварительно готовясь к нашей дискуссии, о том, что в мировом масштабе целый ряд исследовательских институтов доказал, насколько даже финансово выгодно
вкладывать даже в быту, в нечто перерабатываемое и тем самым то, что помогает нам создавать устойчивое развитие, что это все вернется с лихвой чуть позже. Может быть, вы здесь могли бы нам подсказать некоторые либо тенденции, либо результаты исследований? Да, я могу сказать, объяснить это с точки зрения ресторанного бизнеса. Действительно, Институт мировых исследований в области ресурсов, исследуя 12 стран, пришел к выводу о том, что каждый евро, вложенный в эту программу, программу Zero Waste, окупается и в дальнейшем приносит более 8 евро прибыль, на каждый евро более 8 евро прибыль. То есть это еще, как мы говорили о пакетах, в повседневном использовании среди населения или среди наших радиослушателей. Так это и происходит и среди профессионалов, да, то есть бизнесменов, когда они видят, меняя свое мышление, видят, что это не только помощь природе и, может быть, какой-то степени благодарности ей за то, что она нам дает, но это еще и бизнес, это еще и прибыль, да, так как. Иными словами, помощь природе выгодна. Выгодна нам прямо здесь абсолютно, и сейчас. Абсолютно. Но, может быть, перед тем, как мы вернемся к вашей педагогической деятельности, посмотрим, каким образом вы эти темы и эту философию развиваете на уровне учебных программ, я еще раз хотел бы напомнить телефоны прямого эфира, ибо наши радиослушатели всегда очень важны нам во время дискуссии. Пожалуйста, звоните 67212939 и 67213939. Мы ждем также ваших комментариев на номер в WhatsApp и SMS 206191. Итак, все то, о чем мы сейчас поговорили с вами на уровне каких-то бытовых действий и на уровне, скажем, нашей традиции покупок, все это каким-то образом ведь должно отображаться и в содержании вашей учебной программы. Плюс, насколько я понимаю, многие ваши коллеги, вы сам в том числе, соединяете практику и теорию. Как эти две ипостаси, как эти две области соединяются в учебной программе? У вас наверняка есть теоретический блок предметов, а что происходит потом? Ведь по учебнику не станешь ресторатором. Да, вы абсолютно правы. Мы стараемся, хоть и в условиях ограничений, придумывать, возможно, новые методики. И даже тему, которую мы сейчас поднимаем, мы озвучивали на нашей конференции в нашем институте. И в ней принимали участие не только преподаватели, как я уже говорил, но и студенты. По ходу этой конференции мы пришли к выводу, что, возможно, надо написать целый курс на эту тему. Это важная тема. Я ее также планирую поднимать и в нашей апрельской конференции. Это регулярная конференция на тему устойчивого развития или же это скорее академическая конференция более широкая? Это академическая конференция, да. Вот январская была связана с образованием, дистанционным образованием. Да, то есть. И говоря о практике, могу сказать, что когда начались... У нас есть предметы, непосредственно связанные с практикой, например, технология приготовления пищи, где студенты изучают оборудование, некоторые элементы технологии приготовления пищи. У нас все, как я вам сказал, уже преподаватели практики. Но передо мной, как перед директором программы, стал вопрос, как это делать в условиях ограничений, когда мы работаем в Zoom удаленно. И я со своими коллегами разработали такую идею, как дистанционное преподавание этого предмета. Мы это опробовали, открыли Гастробалтик Академию, она есть в Фейсбуке, вы можете посмотреть. А там мы там стараемся регулярно публиковать какие-то интересные материалы, статьи, связанные с питанием. Вот. И используя ту же технологию Zoom, но онлайн, да, когда подключаются онлайн наши гости, мы готовили достаточно простые блюда, заранее высылали ингредиенты и примерную технологию приготовления, сколько займет это время, и в прямом эфире готовили с консультациями параллельно и какими-то дополнительными рассказами или ответами на вопросы, как это можно сделать. И я видел, как это происходит у моих гостей, которые ко мне подключились,
какие-то ошибки или, наоборот, какой-то успех, или вообще что-то новое у них там было. Да, то есть эта система работает. И чем она еще хороша? Тем, что мы, допустим, физически не можем пойти или поехать в какую-то со своими студентами, я их не могу отвезти, например, в ресторан со звездами Мишлен или отвезти, например, к своим коллегам в Норвегию. Используя вот этот метод, эту методологию, этот метод, мы сможем подключаться дистанционно к различным ресторанам удаленно, да, то есть и работать таким образом у себя в лабораториях, и тем самым изучая, например, какие-то новые технологии или какие-то новые тенденции в области кулинарии, если мы говорим об этом предмете, удаленно. Да, то есть это экскурсии параллельные по производственным помещениям, куда так или иначе, может быть, не пустят, но сам шеф с камерой может пройти и показать, что где у него лежит и так далее. То есть это достаточно интересно. Скажите, а в списке предметов или в содержании конкретных курсов тема устойчивого развития, она уже присутствует? То есть вы уже заранее готовите своих специалистов к этому восприятию и мира, и природных ресурсов с точки зрения устойчивого развития? Да, действительно. Мы не зря поднимаем эти темы, не зря поднимаем эти темы на конференциях. И потом все материалы конференции, презентации, наработки, в том числе и наработки наших студентов, они ложатся в основу нашего дальнейшего преподавания. Таким образом, получается, что студенты во многом сами являются соавторами ваших курсов? Да, конечно. Есть очень активные и думающие студенты, которым интересно учиться на моей программе, и которые показывают отличные результаты, и я им очень доволен. А что это за результаты? Ну, например, в данный конкретный момент группа студентов проходит практику, и мы разрабатываем брошюру о школьном питании, о питании подростков. Это такое прям практическое руководство в виде брошюры, которую мы надеемся напечатать и распространять среди школ в том числе, где мои студенты в различных группах делают эскизы, составляют какие-то меню для школьников, именно подбирают правильные блюда, пытаются заменить. Мы все знаем и все видели, когда школьники на переменах бегают в магазины или в кафе, покупают чипсы, покупают какие-то напитки газированные. Мы пытаемся рассказать о том, что это, возможно, вредно, если они покупают, например, газированный напиток с сахаром. Чем его заменить? Чем заменить чипсы, например, морковью? Да, например, там включены в эту брошюру и материал в игровой форме, где, условно говоря, школьник проходит через лабиринт и ищет стеллажи с правильными продуктами, которые мы рекомендуем. Мы говорим и о составляющих продуктах, белки, жиры, углеводы, чем заменить конфету, например. Боже, неужели конфету можно чем-то заменить? Фиником, например, да. То есть, ну, это все надо смотреть. Действительно, очень интересный проект, он в самом разгаре. И я думаю, что это будет не только практика для моих студентов, ну и учебное пособие, которое мы выпустим. Таким образом, я думаю, что любому из нас, кто является потребителем всевозможных напитков и других продуктов, а также у кого есть дети, обязательно должны быть заинтересованы в том, чтобы и на понятном детям языке была издана брошюра, которая помогает им объяснить, что и почему, и как правильно питаться, и каких продуктов избегать. Так что я очень надеюсь, вы найдете тех, кто вас услышит, и, может быть, помогут, потому что многие предприниматели, еще и родители, им, я думаю, тоже важно, чтобы их дети не бегали за чипсами и за всевозможными ядовитыми продуктами. Так что, да, призываем присоединиться. Так или иначе, я думаю, что эта брошюра хороший пример того, что теоретические знания ваших студентов в результате превращаются в конкретный продукт. Но вы упомянули потребление разных продуктов. Вернемся обратно к, допустим, к ресторану. Что в ресторане те, кто занимается ресторанным бизнесом, могли бы делать по-другому,
что они уже делают, какие последние тенденции. Ведь это же целый цикл, ведь там необходимы знания химии, биологии и так далее, и так далее. Каким образом можно перестроить и сознание самих рестораторов на, скажем, в сторону устойчивого развития? Да, действительно, я уже упомянул об исследовании, которое подтверждает, что это направление не только полезно, но и выгодно для предпринимателей. И многие предприниматели, многие рестораны Европы, в том числе и наши рестораны латвийские, переходят на систему Zero Waste. Это, и как я уже упомянул, это использование моющих средств биоразлагаемых, это и использование оборудования энергосберегающего, например, замена, например, газовых или электрических перит индукционными, которые мало расходуют энергии. Это и в области упаковки, да, то есть мы говорили вот и о фольге, да, когда мы заменяем многоразовые какой-то тары. Да, мы говорили и о поставщиках, чтобы сократить расстояние от поставщика, производителя к нам, к потребителям, да, то есть, условно говоря, с грядки на кухню, тем самым используя меньше каких-то упаковочных материалов. И ну и транспорт тоже. Транспорт, конечно, да. И тем самым мы будем популяризировать нашу местную продукцию, нашу латвийскую продукцию, использовать ее по сезонам. Да, то есть это такие довольно современные тенденции именно в ресторанном бизнесе. Но я полагаю, что здесь есть еще один момент, о котором, увы, мы редко говорим и еще реже слышим в публичных заявлениях о устойчивом развитии. Это то, что это не элитарный проект, я еще раз подчеркиваю социальную дименсию этого вопроса, но и то, что он может в какой-то степени, может быть, даже в ближайшей перспективе создать новые рабочие места. Потому что если мы не будем, допустим, заказывать клубнику из Испании или Португалии, там за тысячи километров, ведь она же не сама придет, ее привезут, там будет и бензин, и топливо для самолетов и прочее, прочее. А если это вдруг технологически будет возможно здесь где-нибудь в Курземе, да, или еще где-нибудь, то получается, что так или иначе это будет влиять и на рынок рабочей силы, и будут появляться просто новые ниши. Вы в области, скажем, занятости труда и устойчивого развития тоже каким-то образом работаете со студентами? Да, конечно, это тоже связано и с рабочими местами. На самом деле сейчас в нашей отрасли катастрофически не хватает рабочих рук. Я думаю, что это связано в том числе и с пандемией, которую мы все пережили и переживаем до сих пор. Многие уехали на заработки в другие страны. И мы можем сейчас наблюдать в наших общих чатах, как постоянно требуется тот или иной сотрудник. Что касается использования, я уже сказал, что мы стремимся использовать местные продукты, так как это сокращает срок от поставщика к потребителю. А говоря о клубнике, о которой вы упомянули, да, действительно, может быть, надо, пора менять и саму культуру питания, так как вот мы как раз на передаче «Культ просвете». Да, будем просвещать. И культура питания – это тоже важная часть общей культуры. Может быть, пора менять какие-то привычки или использовать новые технологии, например, использовать систему дефростации, когда мы можем в сезон, допустим, и ферментации, допустим, высушивать или консервировать какие-то продукты, потом их использовать у себя в зимний период. Ведь консервирование – старинная русская, советская традиция, которая даже как бы распространяется на все этнические группы. Это просто как бы такие рудименты еще советского периода и периода дефицита. Так что, в принципе, все это имеется в наличии, люди участвуют в этом процессе. А что там можно делать по-другому? Ну, это хочу также добавить, это еще не только какие-то консервирования или высушивание каких-то продуктов, это еще и шоковая заморозка, да, когда мы используем мороженые какие-то продукты, в том числе и овощи, ягоды, и, конечно, они по вкусовым качествам и по содержанию, по полезности, они, на мой взгляд, лучше, когда они собраны в сезон, правильно заморожены, а потом использованы. Шоковая заморозка, это выглядит, что-то очень драматически звучит. Что происходит с несчастными ягодами? На самом деле ничего драматического здесь нет.
Просто у нас, у многих дома есть холодильники, в основном там температура где-то минус 6, там у кого-то может быть минус 18, если это морозильники у кого-то дома есть. Вот, а шоковая заморозка – это достаточно высокие температуры, там минус 40, например, да, когда тот или иной продукт резко замораживается в короткий временной промежуток, упаковывается и затем реализуется. Да. И не успевает потерять своих полезных свойств. Ну, так предполагается. Хорошо, скажите, а каким-то образом тема устойчивого развития связана с другими вопросами, например, ну, гражданской культуры или гражданского участия? Мы можем соединить эту тему с активизмом социальным, с какими-то действиями? То есть, например, вот те же регулярные манифестации «Пятницы для будущего», да, которые сейчас происходят, «Fridays for Future», да, во всем мире. Можно какую-то тропинку провести от ваших тем к социальному и политическому участию? Конечно, может быть, каких-то политических тем я не хотел сегодня касаться, но... Хорошо, гражданского активизма. Да, ну в рамках гражданского активизма могу сказать на примере нашего института о том, что мы активно помогаем беженцам. Это и преподаватели, которым мы предоставляем работу, это и студенты, которым мы в том числе организуем курсы латышского языка. Это может быть помощь жильем, да, то есть это, так как наш вуз также тесно связан с Украиной, у нас очень хорошие связи, в том числе академические. И да, конечно, мы активно участвуем. Ну, я бы хотел сказать другое, может быть. Я считаю, что, если вы подняли эту тему, что каждый должен посмотреть, что он может сделать. Может быть, он может стать волонтером, может быть, он сможет помочь организовать, допустим, место жительства. Да? То есть мы сейчас видим, что в СМИ и везде этот вопрос очень напряжен. Да? Я же предлагаю делать что-то своими руками, своими поступками, и тем самым мы сделаем больше пользы. Например, также наша программа с 2019 года является, мы в рамках этой программы я сделал проект волонтерства, где мы сотрудничаем с Ригасдаугавпамского, это школа для детей с ограниченными возможностями. Мы проводим бесплатные мастер-классы, открытые лекции, вот даже лекции через Zoom у нас были, где мы доносим информацию и о нашей программе, о том, какие профессии могут получить школьники. И они даже совместно с нами были проекты, когда они готовили, когда мы к ним приезжали на место, на месте что-то делали, когда они к нам приезжали в институт, и мы им показывали, например, итальянскую кухню, я приглашал шеф-поваров, они делали открытые мастер-классы. Это абсолютно бесплатно, и более того, скажу, что даже при нашем в нашей компании, кроме института, есть еще и средняя школа. И в этом проекте приняли участие в прошлом году наши школьники, когда мы делали со студентами мастер-класс, посвященный новогодним праздникам, Рождеству. Мы делали печенье пепперкукас, привлекали активно наших спонсоров. И деньги, которые заплатили школьники, пошли на благотворительный проект. Хорошо. А если мы говорим о совсем бытовом аспекте, студенческая столовая или кафе в вашем вузе уже реализовывает эти принципы, о которых мы сегодня говорили? Да, мы пытаемся внедрять. По крайней мере, мы ищем экопродукцию, реализуем эту экопродукцию. И вот буквально недавно я был в институте и видел в кафе, как мы продаем экологически выращенную птицу. Да-да, ну, на самом деле, несмотря на то, что это актуальный и важный вопрос, все, возможно, его понимают, все-таки он достаточно трудно внедряется. И в том числе поэтому я и здесь, в вашей студии, да, чтобы дать больше информации и, может быть, поменять мышление, в том числе своих коллег, сотрудников, и обратить внимание их и на этот вопрос.
Тогда, может быть, задам вопрос немножко с другой стороны. А те, кто могут вам, допустим, возразить или оппонировать, наверняка вы понимаете, что довольно сложно все-таки распространять эти новые идеи, у людей есть скепсис. А каковы аргументы с той другой стороны, например, против тех идей, которые вы распространяете? Вы сталкивались с этими аргументами? Денис, вы можете это видеть сами у себя дома. И можете сами себе ответить на этот вопрос, когда вы открываете мусорник и выкидываете, и сколько контейнеров у вас там стоит, один или два. Ну, вы можете не отвечать, но вы сами себе ответите на этот вопрос, да, то есть сортируете ли вы мусор, стараетесь ли вы, так, потому что мы знаем, что у нас вот во многих дворах уже стоят отдельные контейнеры, да, но не во многих квартирах есть, как, например... Продолжение этой идеи. Продолжение этой идеи, как это уже активно внедрилось, например, в скандинавских странах. Да? То есть там не, даже не 4 каких-то контейнера, там, условно говоря, металл, стекло, пластик и пищевые какие-то отходы, а их намного больше. Да? То есть тот же пластик, то же стекло уже можно сортировать на большие какие-то контейнеры. Хорошо, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Она постепенно подходит к концу, но я понимаю, что вы сегодня принесли также и научную литературу, связанную с сегодняшней дискуссией. Я понимаю, что эта литература и связанная с устойчивым развитием, но и некоторый экскурс в историю рестораторского дела. Да. Может быть, мы могли бы заглянуть в вашу библиотеку? Да, спасибо. Вот как раз это и в том числе материалы, которые мы используем на своей программе, о которых я говорю, которых я рекомендую для прочтения. Допустим, это китайское исследование Кэмпбелла, которое связывает правильное питание со здоровьем. Как раз он говорит и о животной пище, о том, сколько требуется времени и сил и производства для того, чтобы животноводство существовало. Это и, на мой взгляд, очень интересная книга «Моя серебряная башня». Это ресторан в Париже, которому уже больше 400 лет, где, несмотря на то, что это семейный бизнес, отец не передал сыну просто бразды управления, а сын прошел все этапы, технологические, может быть, этапы работы. То есть он был и кондитером, и поваром, и сомелье, и официантом, то есть он знал изнутри, как это устроено. И в том числе мы как раз и на нашей программе это и говорим о том, что... Это длительный процесс, это нельзя длительный... сразу выйти с дипломом и стать шефом. Да, нельзя выйти, условно говоря, с дипломом, и не зная самого производства. И это и очень интересная книга Клауса Ламперта о психологии отелей, ресторанов и баров, да, то есть это... Он говорит, достаточно, это вообще первое издание в этом направлении, когда мы говорим о том, как важно уметь общаться, как важно знать нашего гостя, как важно уметь общаться с нашим гостем. Да? Тут показаны различные на примерах какие-то проблемы или вопросы психологического характера, которые может успешно решить любой ресторатор. И еще одну книгу, которую я хочу вам показать, это «Дипломатический этикет и сервис в ресторанном бизнесе» Грибовой. Это издание Плехановского университета, и где говорится о том, что как раз вот мы говорили о культуре, об этикете, о том, что как это важно не только потреблять пищу, но и знать, как это делать, знать, как соблюдать тот или иной этикет, непосредственно посещая предприятия общественного питания, рестораны, бизнес. И достаточно эти книги я рекомендую и для изучения, и для дополнительных знаний. Ну и напомним также, что каждый из нас может прямо сегодня вечером, приготавливая ужин, уже начать двигаться в сторону устойчивого развития, совершать маленькие поступки для того, чтобы в конце концов сохранить эту планету для будущих поколений. Да, вы абсолютно правы. Я думаю, что прямо с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера этим можно и заняться. Благодарю вас. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня в гостях у нас был Станислав Мищенко, доцент,
директор программы «Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе» Высшей школы менеджмента информационных систем ИСМА. И говорили мы сегодня о устойчивом развитии в ресторанном бизнесе, о том, как каждый из нас может попытаться спасти эту планету и начать жить по-другому прямо сегодня вечером. Благодарю также моего коллегу Евгения Копейна, который был сегодня звукорежиссером, и мы с вами встретимся вновь через неделю в следующую пятницу. Спасибо и до свидания. Радио Болтком.